меня за твою разлуку. Курганская область, Половинский район, село Хлупово, родина. Рыбу заставляют чистить, а я копать хочу ехать. Так рыба-то где? Да нет, отнеси, пожалуйста. А где рыба? Ну, вон она на месте уже, отнеси. Ну, на месте-то где? На крылечко поставь, вон, куда отец ушел. Стоять. Я говорю, отец уже рыбу чистит. Так, вот рыбалка сегодняшняя. Сейчас мы ее почистим. Еще не знаю, что будем с ней делать. Хороший карасик. Это вам не мелочь по карманам тырить. Но вообще я люблю вот таких. Тятя, самый лучший чистильщик рыбы. Где-то поросенок хрюкает. Овечки, здравствуйте. Туалет, здравствуйте, сельский. Всякие сарайки, марайки. Когда-то еще здесь я жил давно. Вот этого не было. Вот это мы сарай с тятей еще строили навес. Он весь уже совсем старый. Так, надо принести маленькое ведерко. Разрез по-кургански со спины. А ложить куда? Еще таз надо? Нет, это много воды налью. Давай это лью. Так. Должно быть определенное количество воды, чтобы рыба не войдет. А икра? 8 марта. Ну скажи, что икру-то не стало? Что? Икру не надо? Я прям знаю, где что-то. Вот. Так, а где у меня камешек? Зачем? Да нажми. А нож-то что-то вот мне знакомый вот этот вот. Так это он еще с детских лет. Не мой ли это ножик? Ага. А у тяти не мой ли ножик? У вашего ничего нет. Вот это мой ножик. Какого перепугу-то? Я ему дарил. Это его. А что подарил? Вот я... Что потерянный. Ты как Ваня вчера. Это самое. Я говорю, телефон-то тебе бабушка разрешала играть. Это мой телефон. Я говорю, ну так что это? Нет, то, что мне подарили, то мое. Что правильно. Хочу, то и делаю. Правильно. А ты потыкаешь. Он играет, здрасте. Да? Так, ты что вышел, холод такой? Рыбу чистить, самый чистильщик главный. Угу. Бабушка. Привет, дед сказал. Привет. Бабушка, у тебя есть чай? Чай? А тебе чай? Заварка? Да. А зачем тебе? Я чай просто хочу сделать. Отец с бабушкой старый уже, с мамой. Чтобы воду не таскать, у них скважина, водопровода нет. Раньше из Казахстана шел, как отделились. Тут недалеко граница. Воды не стало, стали рыть, скважины бурить. Чтобы вот ведрами не таскать в стайку, в баньку, домой. Такой вот у него шланг торчит. И пошли это в дом в большой. На стол повесил. Ой, как хорошо. И вон они идут у нас. Да, мам, шланги раз подсоединил, да? И нацедил. А зимой, чтобы не замерзало, она все под наклоном идет. И в стае везде вода поступает, и таскать не надо. Хочу вот такую же построить, хибарочка, прихожечка.
баночки, скляночки, обувь, одежда. Тут кочегарочка. Тетечка. Ну, по домашнюю работу они бы получили уже однозначно двойки, но это же идиотизм. Холодильник, диван, говорит, опять тетя, стиральная машина. Тут же фанера, окно. 80% работников сферы услуг в Москве должны вообще пройти удобство. Обязательную вакцинацию. Я не сделаю. Ой, Ваня сделает. Откуда все уже? Ваня, ну. Когда уже все убрали, чучело да. Поставили. Ну, ну так он просто придумал. Делать нечего. Ну, понятно. Картошка. А вы на огороде-то совсем ничего там не сажаете? А там картошка, да, чуть да. Дальше? Понятно. Разрез по-кургански от головы. Голову отрезаем со спины до пяток. Потому что спина твердая. Уху не надо, надо ее засолить и в Калугу отвезти. В смысле высушить, высушить. Всю погоду какая стоит, она подсушится. Угу. Мам, она подсушится. Дед, ее закоптили. Не, в прошлый раз коптили, не получилось, она сварилась вся. Она сварилась. Сегодня уже 18 октября, но погода позволяет. Рыба чистили на улице, повисела. Высохло. И у бати вот такая приспособа. Вот такая красота. Карась с пивком и без пивка. Ну вот сегодня уже 21 октября 2021 года. Вот чуть-чуть она еще вот сыровата рыбка, чуть-чуть. После тятиной коптильни. О, вдалеке вышел, я подкоптил. Ночью-то, конечно, уже 4 градуса я вот снимал. Складывал ее в коробку, утром вывесил. Сегодня, завтра, считаю, 21-го мы уезжаем домой. Сегодня я уже сложу в коробку и повезу домой в Калугу. Вот за рыбкой съездили 2400 километров. Такой продукт. Я днем сегодня еще в маечке ходил. В принципе, я сейчас в маечке выскакивал в туалет. Но вот что творится. Все, тут уже каша. Я говорю, хорошо, хоть резину зимнюю одел. Сегодня у нас еще 20 октября. Солнышко было, тепло. Все, сейчас где-то плюс 2. И снег до Челябинска километров, наверное, 150 осталось. От кургана вот такое началось. Сначала дождь, теперь вот это. Хорошо мы девчонок на самолете отправили, хоть за них беспокоиться. Ну ты это... Спасибо! Ты заходи, если что.